за ее молодость, за молодых людей, по сути. Я встречал по роду своей деятельности очень много талантливых людей и встречаю до сих пор. Что я могу сказать? Это наше будущее, молодежь. Это наша надежда. Самое главное, что мы должны понять, мы должны иногда прощать им ошибки. Как все молодые люди, они стремятся вперед и иногда не замечают каких-то очень важных вещей. Но самое важное, что в них есть, что заложено от природы, этой землей, то, что они любят эту землю. Они любят ее точно так же, как мы. Они, не дай Бог, конечно, будут ее защищать. Они чувствуют ее. Они чувствуют ее дыхание. Они чувствуют ее культуру. Они понимают, как это очень дорого для них должно быть сейчас. Совсем недавно мы были на театральном фестивале в сентябре в Минске под названием «Театральный куфар». И, естественно, хотим сказать большое спасибо от себя, от своего театра, что нас пригласили. Мы встретили там огромное количество талантливой молодежи из разных стран мира и, естественно, из Белоруссии. Что хочется сказать в связи с этим, что для меня Беларусь – это наша молодежь. Наша молодежь, наша талантливая, умная молодежь, которая любит свою страну. В истории Белоруссии очень много разных замечательных событий. Но мне хотелось бы вернуться непосредственно в 17 век. Вспомнить Семёна Полоцкого. Он привозит на Русь европейский театр, которого до этого Русь не знала. Надо отметить, что на Белоруссии театр появился на 300 лет раньше, чем на Руси. Ну и кроме того, так как все-таки Симеон Полоцкий принял свое монашество на белорусской земле, то до того, как отъезжать на Русь, он очень много сделал для белорусов непосредственно. Почему? Потому что он нес слово Божье народу, нашему народу. Кроме этого, мне хотелось бы вспомнить еще один эпизод из истории Беларуси. 20 век. Значит, первая половина 20 века, начало 20-х годов, Российскую империю охватила страшная волна эмиграции. И мало кто знает, что очень много людей покидали свою родину непосредственно через город Гомель. Не исключение и Иван Бунин, русский писатель. Вот. Он собирается со своей женой, едет из Москвы на поезде до Гомеля. А Гомель в то время был крупный железнодорожный узел. Он и сейчас остается крупным. И, соответственно, Бунин ожидает здесь парохода на Киев и далее в Одессу. Живет в Гомеле несколько дней, и за эти несколько дней он несколько раз посещает дворец и парк Ирины Паскевич. И далее отправляется, дождавшись парохода, до Одессы. А в 1923 году он пишет рассказ под названием «Несрочная весна», где подробнейшим образом описывает Гомельский парк, Гомельский дворец Ирины Паскевич, убранство, интерьеры, даже библиотеку. А в 1933 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Я считаю, это очень важно.
Вот такой вот маленький эпизод из истории Беларуси и мировой культуры.